Ветер веет с юга, и печаль ушла. Нет. Ветер веет с юга, и луна взошла. Что же ты, подруга? Нет, не подруга. Ветер веет с юга, и луна взошла. Что же ты, кудесница, ночью не пришла? Как? Кайфово. Я тебе что говорил про такие слова? Не употреблять. Вот и не употребляй, а то по губам буду бить. Барин, письмо. Читай. Ветер веет с юга, и луна взошла. Кудесница. Я выехала из Новгорода. Буду через 2 дня. Скучаю. Скучает. Пиши ответ. Значит так. Мое сердце томится в разлуке. Ожидание душит меня. Без вас проходят дни в скуке. Опять письмо. Как письмо? Ну так, ну иди, так прочитай письмо. Еле движешься. Ждешь? Это от нее? Ну да. Давай, давай, пишем ответ. Ну что ты? Не бойся, муза моя, нет силы сильнее любви. Опять письмо. Еще? Да когда он успевает-то? Почему молчишь? В смысле молчишь? Значит так, я не молчу, моя принцесса. Я вам сказать хочу. Барин, опять! Письмо, так и это как когда отправляю. Ну и что там? И все? Да. Прости, что ждать тебя заставил. Письмо, барин. Почему ты сидишь-то? Да ты беги. По полчаса ползаешь, черепаха. Быстрей! Что за вопросы, дорогая? Опять письмо. Читай. У тебя что, есть другая? Какая другая? Какая? Садись, пиши. Еще письмо. Да беги, беги. Раз тебе все равно, тогда знай, на твоем день рождения я изменила тебе с графом Рязанцевым. Письмо, барин. Я сам. Меня не жди. Я приняла предложение графа Рязанцева. И мы уезжаем в Париж. Ветер веет с юга, и луна взошла. Что же ты, блин? Ночью не пришла, не пришла ты ночью, не явилась днем. Думаешь, мы дрочим? Нет, других Это шедевр. Управляй. Ты уволен, тихоня.